В Краснодарском крае ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства среди сотрудников детских садов «Воспитатель года». Но для того, чтобы принять участие в краевом этапе, нужно одержать победу на муниципальном. Как трудно быть дневной мамой для двух десятков малышей, знают только воспитатели детских садов. Их нелегкий труд каждый год оценивают в конкурсе «Воспитатель года Кубани». Как и в прошлом году, предшествовал основной программе конкурса «Заочный тур», по условиям которого участники разместили свои педагогические наработки на своих интернет-страницах, чтобы жюри провело среди них отбор 15 лучших работ. Главная цель в мероприятии – это, конечно же, выявить лучшего педагога в Славянском районе 2016 года, а также продемонстрировать профессиональное мастерство лучших педагогических практик передовых садиков нашего района. Ну и, соответственно, лучшего педагога направить для участия в краевом конкурсе. В конкурсе приняли участие как уже опытные воспитатели, так и молодые, только начавшие свою профессиональную деятельность. Одна из конкурсанток – Татьяна Мостафина. В детском саду номер 2 воспитателем работает уже 5 лет. Работать с детьми – это была ее давняя мечта. По ее словам, у малышей можно многому научиться. Я очень давно хотела работать с детьми. Дети – это смысл моей жизни. Они каждый день заряжают меня энергией, новыми эмоциями. Они помогают мне справляться с какими-то моими трудностями, а я помогаю им. Начался первый этап конкурса жеребьевкой участников, после чего каждый конкурсант тянул билет с названием темы и возрастной группы детей, с которыми специалист проводил 5-минутное занятие на глазах жюри и болельщиков. На подготовку педагогического экспромта давалось не более 5 минут. Далее педагогам предстояло пройти ряд конкурсных заданий – творческую презентацию, тестирование на знание профессиональной терминологии, открытые занятия с детьми, мастер-классы. По итогам всех конкурсных дней определился лучший педагог дошкольного образования Мария Парунова, воспитатель детского сада номер 5. Она и будет защищать честь Славянского района на краевом конкурсе. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».